В Ангарске пресекли деятельность телефонных мошенников. На прошлой неделе злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили, что ее внука якобы задержали за совершение преступления и нужно срочно передать крупную сумму денег следователю. Женщина сняла все свои сбережения, а при передаче денег афериста задержали. Им оказался 27-летний местный житель, который предположительно выполнял роль курьера. Остальные члены банды на момент преступления находились в одном из исправительных учреждений. Оттуда и руководили процессом. Сотрудниками ангарского уголовного розыска, нашим подразделением во взаимодействии с коллегами из оперативного отдела исправительного учреждения была задержана группа лиц, изъяты определенные доказательства в виде сим-карт, сотовых телефонов, записей тех комбинаций, которые они проводили. Преступление также носит межрегиональный характер. Данной группой уже заинтересовались наши коллеги из западных областей Российской Федерации. Сейчас выясняется причастность этой группы лиц к совершению еще 7 аналогичных преступлений. Всего же с начала года в Ангарске совершено почти 100 телефонных мошенничеств. Из них 32 случая произошли в марте.